На стадионе «Искра» состоялось торжественное награждение самых активных участников проекта «Моя семья в ГТО». Туристические путевки и ценные подарки получили школьники, учителя, а также руководители общеобразовательных учреждений. Суть проекта «Моя семья в ГТО» заключается в привлечении как можно большего количества людей к регистрации на федеральном сайте. Более 40 школ и гимназий городского округа откликнулись на эту акцию. С декабря прошлого года учащиеся и сотрудники общеобразовательных учреждений пополняли список люберчан, зарегистрированных на портале ГТО. Результат проделанной за этот период работы – более 7 тысяч жителей муниципалитета, готовых к труду и обороне. Мы сегодня являемся первыми из всех муниципальных образований по количеству зарегистрированных на этом сайте. Больше 35 тысяч жителей зарегистрированы на федеральном портале. Ученик 14-й школы, первоклассник Александр Штаркман, проделал большую работу. К регистрации на сайте ГТО он привлек 17 человек. За это он получил заслуженную награду – путевку в летний лагерь. В этом нелегком деле мальчику помогала мама. И знакомые с нашего поселка, и наши друзья по сайтам. И так потихоньку собрали людей. Даже просто некоторые физически не смогли, потому что уже как-то время вышло. И за это, конечно, они были немножко различны. Но сказали, на следующий год будет обязательно. Еще больше постараемся собрать. Кроме Саши, путевки в летний лагерь получили еще 4 школьника. Кроме того, ценные призы и подарки вручили ребятам, активно принимающим участие в проекте. На этом стадионе собрались ребята, которые преуспели в сдаче норм ГТО. Но мы стремимся в сдачу норм ГТО вовлечь как можно больше людей. Поэтому мы стараемся через вас, через активных ребят, вовлекать в эту как бы игру спортивную и другие. Значительный вклад в спортивный проект внесли также педагоги и директоры. Некоторым из них удалось зарегистрировать на портале ГТО более 100 человек. За активную работу по привлечению людей к здоровому образу жизни их наградили денежными призами. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.